Компания «Ристола» – один из ведущих российских производителей профессиональной посуды и инвентаря из пластика для рынка «Хорига». Мы располагаем обширными складскими и производственными площадями, самым современным оборудованием и технологиями, многоступенчатым контролем качества. Все это позволяет выпускать продукцию, успешно конкурирующую с аналогами ведущих мировых брендов. Основными направлениями деятельности компании являются производство и продажа готовых изделий для хранения, транспортировки и разогрева продуктов, а также для сбора отходов. Основной ассортимент компании включает гастроемкости из полипропилена различных цветов и типа размеров и салатники с волнистыми краями. Гастроемкости выполнены по европейскому стандарту EN-631-1, имеют соответствующую маркировку и стандартные типоразмеры от 1,1 до 1,9 глубиной от 40 до 200 мм. Гастроемкости GN-1,1, 1,2 и 1,3 глубиной 65 мм представлены в 7 цветах – черный, красный, синий, желтый, зеленый, белый и прозрачный. Гастроемкости других типа размеров выпускаются в двух цветах – прозрачном и черном. Дополняют ассортимент крышки и решетки. Емкости совершенно безопасны для контакта с пищевыми продуктами, благодаря тому, что используемое сырье для производства не содержит бисфенол А и не выделяет вредных веществ при использовании. Наша продукция отвечает всем требованиям профессионального применения, отличается прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, выдерживает нагрев до 100 градусов Цельсия и замораживание до минус 40. Принадлежащий эксплуатации гастроемкости «Ристола» служит не менее 3 лет. Стандартные типоразмеры позволяют использовать изделия «Ристола» в сочетании с любым стандартным оборудованием для кухонь, от холодильников и морозильных камер до витрин и мармитов. При хранении прозрачные стенки позволяют легко идентифицировать содержимое гастроемкостей. Емкости выдерживают температуру до минус 40 градусов Цельсия, что дает возможность использовать их при низких температурах. Гастроемкости «Ристола» не требуют особого ухода. Их можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 95 градусов Цельсия. Идеально гладкая поверхность легко очищается. Изделия после мытья сохраняют свой цвет, блеск и привлекательный внешний вид. Другим важнейшим предназначением гастроемкости «Ристола» является создание современной привлекательной выкладки. Продукцию «Ристола» можно свободно использовать для выкладки в охлаждаемые и тепловые витрины и салат-бары. Цветовое разнообразие гастроемкости «Ристола» позволяет сделать выкладку яркой и запоминающейся, подчеркнуть фирменный стиль и обозначить товарное соседство. Черные гастроемкости – популярное решение для выкладки охлажденного мяса и полуфабрикатов. На этом фоне продукты выглядят более яркими и свежими. Черный – цвет классики. Он придает выкладке стильность. Цветные гастроемкости позволяют подчеркнуть товарное соседство. К примеру, синие гастроемкости можно использовать для выкладки рыбы, красные – для горячей мясной кулинарии, желтые – для гарниров, зеленые – для салатов и овощных блюд. Мы представляем новинку 2016 года – салатники с волнистыми краями. Это компактные емкости для выкладки готовых блюд, позволяющие представить широкий ассортимент на ограниченном пространстве. Волнистые края салатников создают ощущение домашнего приготовления и атмосферу домашней кухни. Салатники представлены в 4 цветах – черном, красном, белом и прозрачном. Дополняют ассортимент стильные крышки. Доступная привлекательная цена – еще одно важнейшее преимущество продукции «Ристола». Одним из дилеров продукции «Ристола» является компания «Торговый дизайн». В сочетании с высоким качеством и безупречной надежностью это делает нашу продукцию одним из самых привлекательных предложений на российском рынке. Создавать новейшие образы продукции для российского рынка, участвовать в развитии отрасли, задавать высокие стандарты качества, ориентируясь на потребности клиентов – это наша миссия.